Фирменный поезд «Ульяновск-Москва» стал еще современнее. 24 плацкартных вагона поступили в парк Куйбышевского отделения РЖД. В конце прошлой недели они были включены в подвижной состав и отправились в свой первый рейс. Перед тем, как пассажиры прибыли на перрон, губернатор Сергей Морозов успел осмотреть усовершенствованные вагоны. Мне было приятно и полезно посмотреть о том, как не только себя чувствуют люди, которые там в СВ там, или там, в купе находятся, но и прежде всего, конечно, как себя чувствуют люди с ограниченными возможностями. У нас все больше и больше внимания к их комфорту. Отличие от предыдущих вагонов можно заметить невооруженным глазом. Появились сдвижные автоматические двери, современной системы вентиляции и кондиционеры. Материалы обшивки не горючие, что обеспечивает дополнительную пожарную безопасность. Важно то, что во всех 24 новых вагонах установлены биотуалеты. А для предотвращения и пресечения правонарушений встроена система видеонаблюдения. Все продумано до мелочей. Теперь даже облиться чаем из знаменитого подстаканника будет сложно. На столиках появились специальные ограничители для посуды. Опять налили чай, знаете, да, что на железнодорожном полотне также тоже существуют повороты. И когда вы стаканчик поставите на гладкую поверхность, у вас стаканчик туда-сюда катался. Теперь вы поставили, никуда он отсюда не денется. С интернетом в поезде тоже нет проблем, роутер раздает Wi-Fi. Ну а самое главное обновление подвижного состава – это элементарные розетки, которые есть у каждого столика. Теперь пассажиры смогут заряжать свои гаджеты в любое время. Федеральное правительство вплотную занялось модернизацией российских железных дорог. Приоритетных задач много – улучшение пассажирского транспорта и качества обслуживания, переход в сферу информационных технологий. На федеральную пассажирскую компанию возложили сверхважную задачу – масштабное обновление вагонного парка по всей стране. Мы планируем всего обновить в этом году 686 единиц подвижного состава. Напомню, что в федеральной пассажирской компании всего 18 тысяч вагонов. Мы находимся в начале реализации программы правительства по обновлению парка подвижного состава и планируем к 2025 году обновить 5000 вагонов. С Ульяновского железнодорожного вокзала можно добраться практически в любой уголок страны. Но большей популярностью горожан пользуется именно направление в столицу. Естественно, что самый популярный маршрут усовершенствовали первым. За 7 лет проведения федеральной программы поезда должны поменять свой облик на современный, высокотехнологичный и приятный для пассажиров. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».